Здравствуйте. А что, вы кушать хотите? Вы у меня кушать хотите уже, да? Что у вас сегодня в меню? Что у вас в меню, мои красотульки? Греча с желудочками куриными отварными. Вот. Для. Раз блюдо. И два блюдо. Блюда широкие, вам хватит, да? Бусечка, не стесняйся, подходи. Подходи, не стесняйся, миленький. А что ты, ну, гречкой чуть-чуть разбавила? Ну, что уж, не всегда только курочку и желудочки, и печеночку есть чистыми. Вон, Ляля с Соболем молодцы. Тоня молодец, Шейх молодец. Фея молодец, она берет кусочек, выискивает и уносит к себе в нору, да? Бусечка, а ты что? Ты говоришь, я хочу одни желудочки есть. А ты хитренький и нагленький такой, да? Где колёсенький? Придется с гречечкой уж покушать. Уж соблаговолите, пожалуйста, молодой человек. Ну, не совсем молодой, пожилой. Но все-таки. Он, товарищи молодцы, кушают, никого не слушает. Вигуся, ты тоже не выпендривайся, пожалуйста. Пожалуйста. Хвостом она машет, такая девчонка-затейница. Тебе тоже хочется просто желудочки кушать, да? Ну, просто желудочки, я скажу, буду, да? Вот. Ах, вы хитрюшки. Хитрюшки вы. Нет уж, давайте чуть-чуть с кашкой. Кашка полезная, вкусная гречневая кашка. На бульончике сваренная. Честно говоря, я у них попробовала. Вкусная каша. Да? Я съем все и все. Да. Ушастики мои ненаглядные. Ничего, сейчас повыпендривается кто? Все равно пойдет и покушает, да ведь? Да, а желудочки просто без кашки я отнесу Милоське. Как-то она кашку сейчас не очень-то хочет. Угу. Ну, а мы всех целуем, обнимаем и всего самого вкусного желаем.